Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте, Алексей, добрый день. Хочу начать, во-первых, с того, что наши слушатели и зрители должны подписываться на YouTube-канал Радио НВ, а также на YouTube-канал Давида Шарпа. Напомню о том, что ссылка на этот канал находится в описании к этому видео. Начну все-таки с Северной Кореи. Мы увидели, что российский диктатор Путин прибыл туда. Это, кажется, первый его визит за 23 года. Уже известно, что будет подписан договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. И вот у меня тут такой вопрос. Мы понимаем, что Путину нужно оружие, Путину нужны боеприпасы. Означает ли это, что Северная Корея приспособлена к производству или к массовому изготовлению этих боеприпасов лучше, чем Россия? И поэтому Путин, ну вот, должен идти на такой, кажется, ну не очень популярный шаг. Это, в общем-то, непопулярный шаг. Со стороны он, в общем-то, даже и унизительный шаг. Я напомню, что и дело даже не в том, что Путин не ездил в Северную Корею четверть века, а в том, что совсем еще недавно Россия вполне потворствовала, причем это довольно редкий случай на международной арене, в рамках Совета Безопасности санкциям, впрочем, относительно беззубым, но все же санкциям в отношении Северной Кореи, причем таковым, которые стали плодом консенсуса между Соединенными Штатами, Китаем и Россией в свое время, ну и остальными странами. И однако уже с некоторое время, когда военно-техническое сотрудничество и вообще, как мы сейчас это видим, стратегическое сотрудничество между Россией и КНДР усилилось, Россия эти санкции торпедирует фактически и тормозит. Кстати, была даже довольно интересная публикация недавно в одном из российских оппозиционных СМИ, если я не ошибаюсь, о том, что в России еще недавно штрафовали работодателей за то, что они нанимали северокорейских граждан на работу. Это как раз было соблюдение вот того самого режима санкций. Однако теперь, по всей видимости, этого не будет, потому что заработки, которые КНДРовские граждане имеют за рубежом, это прямая подпитка, собственно, к северокорейской экономике, и не только экономике, а ее военного развития. Но я, в общем, отклонился. Путину настолько нужно корейское оружие и корейские боеприпасы, что тут менее важно, насколько Северная Корея приспособлена. Для КНДР это сейчас приспособлено к производству и воспроизводству. У КНДР есть определенные запасы, довольно значительные. Что именно и сколько именно знает, конечно, это знают ЦРУ, южнокорейская разведка. Но мы понимаем, что северокорейцы создали собственный военно-промышленный комплекс, естественно, при той или иной помощи в разные годы создали. И этот военно-промышленный комплекс работал десятилетиями, иногда даже работал очень активно. Насколько активно, сложно судить. Но возможности производства у них, безусловно, есть, причем широкого перечня продуктов. И главное, что у них немало накопленного. Я, кстати, предположу, что заметную часть накопленного, ходят слухи даже о миллионах снарядов, у меня на этот счет все-таки некоторые сомнения, в цифрах 4 миллиона, 2 миллиона, но цифры в любом случае значительные. Так вот, большую, заметную часть накопленного корейцы отдали. Видимо, они продолжат отдавать и дальше в обмен на те или иные преференции самого разного уровня, в том числе и крышевание в Совете Безопасности ООН. А кроме того, конечно же, они работают над активизацией производства. Всякого рода визиты Кима на заводы, на предприятия ВПК корейского были уже заметны еще в прошлым летом. Впрочем, он посещает их довольно регулярно, но когда только зашла речь о продаже России вооружений, этот процесс активизировался. Я думаю, что такого шанса он не может позволить себе упустить. Заработать огромное количество денег, ну, по его меркам. Возможно, сырья разного рода, возможно, каких-то военных технологий. И даже вот такого вот, ну, авторитета, когда к нему никто не приезжает, а вот является сам Путин, лидер соседней державы. В общем, по совокупности, в первую очередь, возможности заполучить те или иные преференции на месте Кима, ну, мне даже как-то так смешно так говорить, я бы этим шансом воспользовался, потому что воевать на самом деле с Южной Кореей или не воевать зависит от него.
южнокорейцы на него и близко не собираются нападать. И если он это понимает, а я предположу, что он и его окружение это понимает, то он может пожертвовать значительной частью своих запасов и пожертвовать значительной частью объемов производства в пользу России. А сколько это в процентном отношении для России, это второй вопрос. России нужно буквально все. Несмотря на то, что на людях, что называется, российское руководство демонстрирует неумолимость, переход на военные рельсы и все такое, дефицит, причем серьезный, по разным направлениям у них присутствует. Это касается и боеприпасов, и самой базисной техники. Не зря мы видим старье, которое поднимает с хранения, боеприпасы старые, и лимиты у них на использование боеприпасов случались. Вспомним утечки Пентагона знаменитые, когда выяснилось, что у египтян пытались купить считанные десятки тысяч ракет для градов за большие деньги. За большие деньги за ракету были готовы уплатить египтянам немало, буквально ради 20-30 тысяч ракет, что в каком-то таком количестве, что по сообщениям СМИ чуть ли не всего лишь за несколько дней используется, да, такая норма. Когда утруждаются таким образом, значит, не все так просто и не все за несколько дней. И так что в Корее есть что Путину искать. Ради этого он, собственно, поднялся с места и явился туда, куда не приезжал четверть века. Слушайте, ну тут тоже интересно, что может предложить Россия Северной Корее. Можем понять, что может беспокоить краины, страны этого региона, ну, в первую очередь, конечно же, Южную Корею. Это можно ли себе представить, что Северная Корея получит какие-то технологии, к которым у них раньше не было доступа, да, которые позволят им вывести производство оружия, ну, на какой-то новый уровень, ранее недосягаемый? Само собой. Во-первых, все, что я бы сказал так, почти все, что, конечно, есть исключение, но почти все на базисном уровне, что Северная Корея захочет получить, она, видимо, получит. Когда от тебя в такой степени зависят, то ты можешь требовать многое. И многое это может быть просто примитивное продовольствие, топливо, разного рода сырье, которое важно для функционирования экономики и просто чтобы кормить население, наконец, банально деньги. Деньгами тоже не стоит пренебрегать. Если ты зарабатываешь, ты можешь закупить то, что тебе нужно. И, конечно же, оружие. Оружие, технологии, несмотря на то, что Северная Корея создала довольно впечатляющий ВПК. Понятно, что в ряде областей они от России отстают по тому или иному технологическому уровню. И явно им бы не помешало заполучить что-то, кстати, чтобы потом это что-то, возможно, даже России перепродать. Придумать здесь можно много чего. И опять-таки перечень широк. И я не исключаю даже те или иные передачи в сфере ядерных технологий. Ядерное оружие у России есть, у Кореи есть. В общем, само по себе ядерное оружие им не нужно покупать. Однако что-то для того, чтобы осуществить прогресс в ядерной сфере, даже этого я бы не исключал. И, конечно же, например, в космической сфере тут есть тоже такая вот перспективная область. В общем, много чего от самого примитивного до конкретных технологий вооружения, допустим, хоть производство артиллерии, да. В общем, есть что искать обеим сторонам друг у друга. И, конечно же, еще раз не забывайте о той самой политической крыше в Совете Безопасности. Когда она есть, санкции, которые работали, не работают, и в том числе санкции, касающиеся, вот, как я уже говорил, наема корейских рабочих за рубежом, что, собственно, прямая подпитка экономики и прямая прибыль. Тут тоже такой момент. Мы уже видели, конечно, северокорейские снаряды на территории Украины, к сожалению. Мы понимаем, что, как и любые другие снаряды, они убивают людей, да, они несут огромную угрозу. Одновременно с этим все-таки от украинских военных, которые в том числе захватывали, да, вот такие северокорейские снаряды и даже пытались их использовать против российских оккупантов, мы слышим, что, ну, там большие проблемы с качеством. Более того, ну, вот, конечно, не могу говорить, кого я цитирую, но есть информация, что вот часто украинские военные, раздумывая, взять ли им вот эти северокорейские снаряды и запустить по российским позициям, по позициям российской оккупационной армии, или все-таки использовать другие, они северокорейские использовать не очень хотят, потому что они как-то там не летят, могут полететь вообще не туда, взорваться на месте. Это тоже говорит о кризисе, правильно? Я понимаю, ну, наверняка же у Путина есть в его красных папочках информация о том, что северокорейские снаряды, северокорейское оружие очень плохого качества.
Да, ну, знаете, вот для того, чтобы сделать... Во-первых, северокорейское оружие бывает разное, и я вам могу с абсолютно с точностью сказать, что определенные боеприпасы северокорейского производства вполне неплохого качества. И в том числе они используются и в нашем регионе, в том числе по Израилю, и в разного рода арабо-израильских войнах и других на протяжении десятилетий. Естественно, процент брака может быть выше, естественно, эффективность ниже, но если их используют, и в итоге оно прилетает, и есть определенный процент успеха, к сожалению, это плохо. Значит, как поэтому оценить, какие конкретно партии корейского оружия, какой брак, какой процент брака, что именно более проблематично, что менее, я не могу. В тот факт, что об этом мы слышим и из украинских источников, и даже из российских, Z-военкорских, да, что в целом снаряды северокорейские, с которыми сталкиваются, проблематичны, можно только этот факт приветствовать, и это, что называется, на радость. Однако все равно определенный эффект от их применения есть, и это тоже важно помнить. И вопрос еще стоит так, а прям-таки все ли северокорейские снаряды вот уж настолько бракованы? Подозреваю, что это не совсем так, что процент, да, видимо, выше обычного, но есть и партии получше, и в любом случае это не тот уровень брака, когда снаряды вообще не используют. И да, если в России есть понимание качества продукции, я думаю, что есть определенное понимание, оно возникает очень быстро во время отстрела, отзывы и так далее, то это свидетельствует, когда эту продукцию, не самую качественную, скажем так, которая по качеству ниже среднероссийской, продолжают приобретать. Это еще один признак того, что в этой продукции есть большая нужда. В чем, собственно, и так никто не сомневался. Нужда огромная. И покупать о том, чтобы скупать любые боеприпасы в Северной Корее и Египте, ну, с Египтом не очень удалось, в Иране и так далее, и публично унижаться, об этом российское руководство в кошмарном сне еще несколько лет назад не предполагало. Но когда жизнь заставляет, то и не так раскорячишься. Понимаю, о чем вы говорите, но, опять же, действительно, есть разная информация о том, сколько может быть в запасе у Северной Кореи, у КНДР, да, вот этих боеприпасов, этого оружия. Ну, если речь идет о миллионах, если действительно это будет подтверждено, мы понимаем, что это очень серьезная поддержка для российских оккупантов. Мы также видим, как продолжаются атаки дронов. Ну, самое важное, это, понятно, аэродромы, это НПЗ, но, тем не менее, вот, скажем, этой ночью были удары дронов по Ростовской области, и, значит, били по нефтебазам, там такая, значит, есть Азовская, Азовнефтепродукт, они горели. А мы понимаем, что Ростовская область — это приграничная фактически, да, область с Украиной. Понимаем, что оттуда идут поставки топлива для российских войск. Насколько критичными являются такие удары? Опять же, можно ли это оценить, учитывая, что, конечно, Россия является одним из самых крупных производителей нефтепродуктов в мире? Ну, во-первых, общая любая стратегия любой войны подразумевает, что противнику нельзя давать передышки нигде, если такая возможность есть. И на линии фронта, и в его тылу, и в глубоком, и в не очень глубоком. Необходимо наносить ему ущерб, во-первых, прямой, во-вторых, отвлекать ресурсы. И подобного рода удары, когда есть у украинцев есть достаточное количество соответствующих боеприпасов, я имею в виду без, не самых дорогих беспилотников дальнего радиосодействия, подобная реализация подобной стратегии напрашивается. Абсолютно держать противника в напряжении, еще раз отвлекать ресурсы и наносить ущерб. А вот дальше дело упирается уже в приоритеты касательно, почем лучше бить, если стоит выбор, на чем лучше концентрировать свое внимание. Здесь, конечно же, очевидно достаточно, что приоритетом, как вы правильно сказали, являются аэродромы, ибо все, что непосредственно касается военных вопросов и вообще непосредственно касается, затрагивает происходящее на фронте. Ежели мы говорим о военно-экономических целях и таких рода медийных целях, то военно-экономические цели, такие как НПЗ, которые имеют отношение к процессу переработки нефтепродуктов, тоже имеют первостепенное значение. Здесь очевиден масштаб ущерба. Если мы говорим о нефтебазах и конкретно резервуарах по хранилищу топлива, то, как мне видится, такого рода цели являются второстепенными, потому что, ну, сгорел резервуар, вопрос, естественно, каков материальный ущерб. И здесь стоит, естественно, украинскому командованию при планировании операций стоит всегда делать, и я уверен, это делается,
расчет, что называется, на, по принципу стоимость отдачи. Каков будет ущерб вероятный, который мы нанесем от этого, и стоит ли овчинка выделки? Потому что, может быть, эти беспилотники стоило бы ударить ими по какому-то другому объекту, который принес эффект более значимый. У меня ответа нет на этот вопрос. Но в общем и целом уничтожение резервуаров нефти, резервуаров топлива в этом плане менее значимо. Но и здесь оно имеет значение, потому что топливо стоит денег. Если его много сгорело и ущерб серьезный, то мы все равно приходим к тому, что овчинка выделки стоила. Опять-таки, это заставляет все равно россиян отвлекать ресурсы. Мы об этом всегда говорим. ПВО, переведенное с фронта или других объектов туда, где его не хотели держать, это ПВО отсутствующее в других важных местах. Значит, ну и, наконец, есть и медийность картинки России. Когда горит что-то, а вот попадание в резервуар нефти, это всегда интересный эффект в плане визуализации. Когда что-то горит и заметно на сотни километров, ну не сотни, может быть, многие десятки километров, всем окружающим, это, во-первых, и поднимает дух украинцев. И это, конечно же, напоминает российским гражданам, которые проживают поблизости, что специальная военная операция идет, видимо, не совсем по плану, и что российское ПВО в очередной раз не совсем справилось с задачей. Так что вот таких вот объяснений есть масса. Ну а по приоритетности, конечно же, всегда нужно каждый конкретный случай рассматривать и в плане альтернативы ему, а что можно было бы поразить, если не это, и насколько, собственно, атака того стоила. Но объяснения, в общем-то, есть, и они достаточно логичны. Ну, вы правы в том, что есть еще медийный эффект. Конечно же, когда это горит, дымит, это далеко видно, и эффектные фотографии, это тоже работает, мы понимаем, да, хотя могут быть и более важные цели, которые можно поражать подобными беспилотниками. Есть еще одна интересная новость, вот она появилась буквально вчера вечером. США наложили санкции на поставщика снайперского оружия в Россию, ввели санкции против компании, она называется «Русский Орел», но при этом фактически это итальянская компания Беретта, да, то есть мы понимаем, что вот она является владельцем 51% вот этой российской компании «Русский Орел». То есть снайперское оружие производят фактически итальянцы и делают это для России, которая сейчас воюет против Украины, убивает украинцев этим снайперским оружием. Можно ли понять, а как могут действовать эти санкции, если завод уже работает, да, компания уже работает, производство уже есть, итальянцы, ну, наверное, все уже туда поставили, все станки и так далее. На что могут повлиять санкции, как вы считаете? Ну, во-первых, если тут конкретно в данном конкретном случае важно знать механизм и собственности, я, к сожалению, не совсем в курсе точного, как этот механизм выглядит. При желании можно очень многое, и от желания американцев зависит немало. Компания Беретта, важнейший производитель стрелкового, один из важнейших производителей стрелкового оружия в мире, а снайперское оружие высокого качества, это и украинцы прекрасно знают, и знают россияне, это та ниша, с которой конкретно у российских производителей большие проблемы. И поэтому для качественного снайперское вооружение, качественное вооружение, экипировка закупаются за границей теми или иными способами, в том числе и путем создания неких совместных предприятий. Значит, если в России такова ситуация, такова уже, я имею в виду конкретно, что данное предприятие уже приобрело все возможности местного производства внутри, собственно, России, причем опираясь на собственные ресурсы, то тогда ситуация выглядит как бы бесповоротно. Но я предположу, что без кое-каких компонентов поставок, будь то сырье, либо будь то какого-то типа запчасти, все же им не обойтись. И вот в этом случае, если американцы всерьез намекнут Беретте, либо любому другому легальному бизнесу на Западе, что у него будут очень серьезные проблемы с Соединенными Штатами, а возможно с законами в собственной стране, или, скажем так, с возможностью работать как бизнес, то, как правило, выбор будет в пользу того, чтобы с Россией не сотрудничать. Однако за большие деньги очень многие, естественно, готовы идти на всякого рода риски и поставлять в Россию контрабандной
товар по левым схемам. И этого как раз касалось и именно на снайперском оружии, и боеприпасам для снайперского оружия. Об этом шла уже речь не раз, потому что это особо интересная ниша, интересующая Россию. В общем, там, где процесс производственный требует каких-то дополнительных и постоянных поставок Запада, здесь есть с чем бороться. Тем более, когда мы говорим о таком производителе, как Беретта, уже ему-то точно проблемы с американцами не нужны, и мараться сотрудничеством с Россией в такой области тоже. Как всегда, надо делать, скажем так, чтобы приоритетом было выявление вот этих схем и контрабандных поставок или окольных поставок. Это приоритет должен быть и для украинских властей, и, конечно же, для партнеров Украины. А при обнаружении жесточайше пресекать такого рода действия, чтобы было неповадно. Весь вопрос в шкале приоритетов, как я уже говорил. Ох, вы знаете, я слежу в Твиттере за аккаунтом такого Камиля Галеева. Это человек, который очень много пишет о том, как европейское оборудование, да, работает на предприятиях военно-промышленного комплекса России. То есть оно там и французское, и итальянское, и немецкое. И Rheinmetall, собственно, дал все, чтобы была создана вот эта база Мулина, да, где тренируют российских военных перед тем, ну, часть российских военных перед тем, как отправлять их на территорию Украины. То есть мы понимаем, опять же, давайте так, вот мне странный, конечно, вопрос, но тем не менее, мы видим, что санкции вводятся уже 2.5 года. Мы видим, что Европа понимает, какую угрозу несет Россия для европейской безопасности. И одновременно с этим европейские станки продолжают, ну, как это хочется сказать, штамповать, ну, да, давайте так, штамповать оружие для российской армии. Тут совсем ничего нельзя сделать, как вы считаете? Сделать можно. Опять-таки, я говорю, было бы желание приоритетное. Многие товары и наименования просто формально не попадают под санкции. Иногда они могут иметь очень большое значение для российской ВПК, прямой или косвенной, формально под санкции не попадают. И вот здесь, если бы и они подпали под санкции, а тогда уже отдело здесь за решением на правительственном и государственном уровне, то, возможно, бы торговать и поставлять этого рода продукцию перестали. А что касается тех, что попадают, ну, подпадают под санкции, но все равно попадают в Россию, важно помнить. Часть из них, вот этих производственных мощностей, оборудования уже было в России до войны. Часть попадает по серым схемам даже без ведома производителей. Например, через Китай продают в Китай или в Турцию. Ну, может, кто-то и догадывается, что это может попасть в Россию. Но тут, как говорится, их руки чисты, они их умывают. Это такой расклад. Ну и вариант третий, еще и по контрабандным схемам провозят. Значит, поэтому здесь важно бороться с серыми схемами, которые идут через другие страны, Китай, Турция и так далее. Расширять санкционный пакет. И, конечно же, наказывать всерьез тех, кто занимается откровенной прямой пропагандой. Кроме этого, знаете, что тут сказать? Для капиталиста вообще люди, в принципе, человеческая порода такова, что люди готовы идти на преступление и на нарушение ради прибыли. Очень и очень многие. И, если я не ошибаюсь, классик марксизма сказал, что капиталист продаст ради прибыли в 300%, капиталист продаст веревку, на которой его повесят. Я не очень люблю такие цитаты, но она довольно показательна. Поэтому продать с большой прибылью готовы очень многие, даже идя на определенные риски. А вот дело властей стран – это выявлять подобные схемы, поставить это во главу приоритета, выявлять и учебно-показательно наказывать, чтобы готовых заработать было гораздо меньше. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Давид Шарп, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.